Социально ориентированный бизнес стал трендом настоящего времени. В спортивном клубе художественной гимнастики «Ступени» с октября проводятся бесплатные занятия для девочек с синдромом Дауна. Причем занимаются они вместе с обычными воспитанницами, что попадает в систему инклюзивного образования. Спорт, он действительно должен быть доступен для каждого, не только для здоровых детей, не только для детей, которые хотят добиться высоких спортивных результатов, но и для тех, которые хотят прийти просто заниматься даже для здоровья пару раз в неделю. У нас есть группы абсолютно разной направленности для любых категорий людей, там, да, которые хотят прийти и найти себя вот именно в спорте. Девочки с особенностями развития наравне с остальными участвуют в занятиях. Конечно, не все элементы получается выполнить сразу, но даже за месяц тренировок уже заметны улучшения результатов. Художественная гимнастика позволяет укрепить физическое состояние здоровья и воспитывает в детях дисциплину. На первом этапе общеразвивающие упражнения идут для детей. Ну и, конечно, с элементами художественной гимнастики. Мы используем обязательно мячи, обручи для девочек, скакалочки. Это очень хорошо развивает и умственные способности ребенка, и физические данные. Татьяна Стовба по образованию медицинский психолог. Недавно она выучилась на тренера адаптивной физкультуры и уже второй месяц занимается в клубе с особенными девочками. Разговаривая с директором клуба, разговаривая с нашим тренером, со Светланой Юрьевной, они узнали, что у меня такая дочь, солнечная Вероника. Предложили вот такой вот вариант рассмотреть, вариант открытия, скажем так, группы для таких детей. Руководство клуба приглашает на тренировки детей с особенностями развития по субботам в Доме культуры города Видное. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.